Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Зовут меня Юрий Азаровский. Сегодня на календаре 29.05.2022 год. У нас сегодня шикарная погода была весь день. 25 тепла, 22 море купалось, огромное количество людей. Пляжи у нас уже были переполнены. Сегодня я вам предлагаю посмотреть на ночную Анапу. Еще, так сказать, бонусом приятного просмотра. Не забывайте подписываться, лайкосик под видосик. Ну и улыбайтесь чаще. Друзья, фонтанчики работают. Возле фонтанчиков собралось огромное количество наших отдыхающих, гостей города. Местные жители сегодня вышли на прогулочку. И здесь просто капитальная красота везде. Температура воздуха сейчас плюс 19. Ветра нету. Облачков никаких нету. Осадков не ожидается. Поэтому люди гуляют, наслаждаются с удовольствием. Красота Анапа. Смотрите, мы вышли на улицу Горького. Сколько слева стороны людей, сколько прямо людей, сколько направо людей. Везде движуха, везде жизнь. Какая красота! Анапа – это наша любимая. Город-сказка, город-мечта. Посмотрите, что происходит в парке аттракционов. Прям огромное количество людей. Как приятно видеть живой город. Какая красота! Диджей просто играет. Вот это круто! Такого прям даже не ожидал. Оп, оп, оп. Смотрите, девушка тут на чем-то качается. Ребята, да это ж просто какая-то сказочная атмосфера просто. Там, смотрите, очередь на аттракцион, как обычно. Блин, фэнтези, это реально фантастика. Смотрим с вами на центральную часть парка 30-летия Победы. Ребят, ну действительно, 29 мая 2022 год. Как это шикарно все выглядит. Все, как говорится, цветет, пахнет, сияет, радует глаз, работает. Все люди катаются, ходят, наслаждаются. Вот это курортный город, в который хочется приезжать и возвращаться. Пианинка, гитарка, красота. Девочки поют. Возле колеса обозрения здесь навели уже порядок до конца, поставили и лавочки, то есть и мусорки, то есть освещение сделали, перенесли аттракциончики, сделали плиточку. Здесь получается у нас теперь второй выход на пляж, там подсветочка, закрыли гребаный этот океанариум, который мешал нам тут жить. И жизнь закипела, и пространство, и красота. Как же здесь все теперь классно выглядит. Посмотрите, что здесь происходит, сколько людей прогуливается по нашей набережной у моря, улицы. Везде просто жизнь кипит. Вот как тех тут красиво стало. Как хочется, чтобы еще красивее было. Людей под вечер стало, по-моему, еще больше. Причем все-таки активно отдыхают. Красота. Пойдем сходим, посмотрим, что там шаурмы в этом году. Как атмосферненько стало, темно, и фонтанчик подсвечивается. Ой, вообще какая лепота. И движуха, движуха везде прям. Вроде бы уже ночь, вроде уже 20 минут 10, уже все должно встать и отдыхать. Потому что все говорили, что это только местные вышли гулять. А нет, все продолжается. Продолжаем смотреть, как качает Анапа. Какая красота. Просто слушайте, столько людей. Это второй парк аттракционов, который находится возле аквапарка. Эх, а сегодня Артем не работает, походу. Мы хотели прийти в шаурму, посмотреть, как делает Артем.